Линкольн-Сити. 4% людей обладают сверхспособностями. 10-2. Неопределенное происшествие на Рексдейл 401. Открыто. Чисто. 10-3. Подозреваемый. Большинство живет за чертой бедности. Чарли 352 докладывает о левитирующем мужчине. Эй, вставай. Вставай. Нам нужно идти, давай. Вставай, 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 вставай! Горячо. Сюжет этим утром. Прошлой ночью раздались выстрелы недалеко от Монумент-парка. Полиция застрелила телекинетика во время попытки ограбления. Седьмой канал получил записи с места происшествия. Но должны предупредить, это жестокое зрелище. Стоять! Подними руки вверх! Подними руки вверх! Это уже пятый смертельный случай, меньше чем за месяц, между полицией и людьми со способностями. Спасибо. Жарко, как в аду, мужик. Я уже почти надеюсь, что никто не приедет. Это тебя освежит. А, отлично. Ну, пошли. Сегодня полно народа. Не беспокойся, со мной тебя возьмут. Эй, держись за этим мускулом. Да, хорошо. Так, что у нас тут? Второй класс, мускул. Второй класс? Да. Докажи. Эй, хорош, мужик. Хорошо, лезь в кузов. А что у тебя? Сертифицированный электрик. Так ты особый или нет? Так вам нужен электрик или нет? Тебе повезло, что мой заболел. Хорошо, ты и ты, поехали. Ты о чем, мужик? Дружище, я устал, я поднимаю камни, я поднял машину, я могу нести твою бабулю. Да пофиг. Все равно на улице жарко, ты же не хочешь работать. Я сказал почти. Почти не хочу работать. Эй! Тут мало? Нет, не мало. Мы договорились на сотню. Это за полный день. А вы работали только 6 часов. Ты серьезно, мужик? Таковы условия. Если вам не нравится, я найду других. Тебе повезло, что я вообще взял тебя. Ты должен нам заплатить, сколько должен. Или что? Мне кажется, нам просто стоит забыть об этом, хорошо? Давай просто уйдем. Это херня какая-то. Долбаные особые. Хорошо? Вот дерьмо! Считай, мы квиты! А ну стой, сосунок! Я тебя поймаю! Твою мать. Дельта 109. 109, говорите. Получили сообщение о разбитом стекле автомобиля на Вестмон 2745. Двое особых бегут в восточном направлении. Один мускул второго класса, второй неизвестен. Будьте готовы к высадке при контакте. Принял, 109 в пути. Ты не мог подождать, пока мы свалим, чтобы разбить стекло? Да, прости, мужик.
Мне так надоело это ежедневное дерьмо. И все из-за каких-то пары баксов. Я бы мог свести тебя со своим братом. Им нужны парни с такими способностями. А, грабить дома — это не работа. Называй это как хочешь, но это хорошие деньги. В отличие от тебя, мне нужно платить, чтобы поддерживать это лицо красивым. Ты тратишь слишком много, Фредди. Подозреваемые замечены на Liberty 144, подтверждаю, второй класс, мускул. Второй неизвестен, приводов не было. Принято. Вам позволено произвести высадку. Это полиция! Оставайтесь на месте и не двигайтесь. Мы сами к вам подойдем. Это еще что за нахрен? Не двигайся. 1078, высадились на позиции, место безопасно. Отличная работа, 109. 10 Альфа-20. 10 Альфа-20, говорите. Можете приблизиться к цели. Принял. Приближаюсь к подозреваемым на Liberty 144. Что эти клоуны тут делают? Сюда их завела работа. Так же, как и нас. Я так не думаю. Покажите ваши руки, пожалуйста. Подними руки вверх, быстро! Повернись. Оружие есть при себе? Нет. Далековато от дома, да, ребят? Вы о чем? Мы живем недалеко вверх по улице. Да, точно. Тебе кажется это смешным, да? Следи за своим языком. Тише. У них ничего нет. Нам сообщили о поврежденной машине в Вестмаунте. Я подозреваю, что вы ничего об этом не знаете, верно? Вы правы, мы ничего об этом не знаем. Просто два парня прогуливаются по соседним улицам. В гриндерах. У тебя есть что сказать? Очень много чего я хочу сказать. Скажи это. Да? Фредди. Слушай, мужик, мы просто идем домой. Я это понимаю. Этот парень кинул нас, понятно? Теперь мы в расчете. Ты знаешь, что использовать свои способности — это преступление? Я не использовал свои способности. Но ты разбил окно. Разбитое окно — это ничто по сравнению с тем, с чем мы имеем дело каждый гребаный день. Хорошо, ты не использовал способности. Но ты нарушил закон, я должен тебя арестовать. Подождите, вы меня арестовываете? Это херня какая-то. А ну отошел отсюда. Повернитесь и сложите руки за спиной. Нет, нет, я никуда не пойду. Какого хрена вы делаете? Отвалите от него! Отстаньте от меня! Перестаньте, хватит! Остановитесь! Эй! А ну перестань сопротивляться, засранец! Успокойся, я тебя уничтожу! Выстрелы, выстрелы! 1078 активировали! Один подозреваемый убит! Нет, нет, нет! Дерьмо, дерьмо, ты будешь в порядке, эй, вызовите скорую! Прошу медицинскую помощь на Liberty 144. Нет, 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 лежи, лежи, просто лежи, просто лежи. Ложитесь дерьмо, на землю, дерьмо. Руки за голову. Если вы не подчинитесь, мы откроем огонь. Установлен агрессивный режим, 1078. Ты будешь в порядке, просто... Дерьмо, дерьмо. Лежать! Это последнее предупреждение. Если не подчинитесь, мы откроем огонь. Теряю управление! Сбой первого двигателя! Теряю третий двигатель! Дрон уничтожен! Дрон уничтожен! Дрон уничтожен! Уничтожен! Электромагнитный импульс на Liberty 144! Подозреваемый электрик высокого уровня! Продолжайте с осторожностью! Все 1048 доложите! Подозреваемого. Всем подразделениям.
Электрик высокого уровня всегда. Мне нужен периметр от озера Дефермонта и Вашингтона. Это код 8. 10-78 активные.